мир. В середине июля 44 года полным ходом шла подготовка к Яско-Кишиневской операции. Целью этого крупного наступления было полное освобождение Молдавии и разгром мощной немецко-румынской группировки, прикрывающей балканское направление. Советской разведке удалось дезинформировать немецкое командование, что основной удар будет нанесен в Белоруссии и Западной Украине. Поэтому вермахт перебросил туда 12 дивизий, тем самым ослабив группу армий «Южная Украина». Во время этого короткого затишья командование 2-го и 3-го украинских фронтов скрытно стягивало в район Ясо-Бендер войска и технику, собирая в единый кулак мощную группировку. Главной задачей военной контрразведки СМЕРШ в этот момент было недопущение утечки информации и ликвидация многочисленных диверсионных и разведгрупп Абвера, действующих в советском тылу. Контрразведки СМЕРШ 248-й стрелковой дивизии поступила оперативная информация, что в районе Тирасполя солдатами боевого охранения был замечен некий лейтенант. Во время проверки документов он хладнокровно убил двух патрульных и скрылся в лесу. Нужный квадрат мгновенно оцепили, и контрразведчикам довольно быстро удалось напасть на след абверовца. Диверсант, которому уже нечего было терять, отстреливался до последнего, но бойцам оперативно-розыскной группы все же удалось взять его в кольцо. Капитан Родимцев, возглавлявший группу захвата, бухнулся на землю и заорал: «Сопротивление бесполезно! Если сдашься, то я от имени командования гарантирую тебе справедливое следствие!» Ответом послужил выстрел. Пуля вонзилась в ствол дерева в каких-то сантиметрах от головы Родимцева. «Не стрелять, он мне непременно живым нужен», – тихо отдал приказ капитан и жестом подозвал к себе двух опытных бойцов. «Федотов, Бондаренко, я сейчас заболтаю этого гада, а вы с флангов к нему подберитесь, только на рожон-то не лезьте». Словно молниями сверкнул глазами Родимцев и снова проорал: «Не дури, паря, лучше сдайся!» Со стороны оврага, в котором залег диверсант, раздался голос: «Чё ты мне лепишь, легавый? Один хрен, кроме пули в лоб, мне ничего не светит. Так хоть покуражусь напоследок. Кого-то из вас на тот свет прихвачу». Капитан хищно ухмыльнулся. Уловка-то сработала. И этой пустопорожней болтовнёй он отвлекал внимание противника от бойцов, заходящих с флангов. На полвершка, высунувшись из своего укрытия, Родимцев увидел, как Бондаренко почти вплотную подобрался к оврагу и выстрелил в воздух, мгновенно сменив позицию. Абверовец казался матерым волком и тут же всадил две пули в то место, где только что находился Бондаренко. Этого короткого мгновения хватило Федотову, и он, мощно оторвавшись от земли, буквально привалил противника своим телом, после чего произвел болевой прием. Звук хруста костей совпал с душераздирающим криком гитлеровского агента. Подоспевший Бондаренко прикладом автомата оборвал этот вопль, напрочь вырубив диверсанта. Родимцев подбежал к находящемуся без сознания лейтенанту. «Ну я же просил поаккуратнее, Бондаренко. Ты хоть не насмерть его прибил?» «Не должен», – отряхиваясь, пробасил боец. «Упи усылы был». В этот момент ресницы абверовца слегка дернулись, и он приоткрыл мутные глаза. «Вот бачите, товарищ капитан, уже уклыгался. Супостат». Допрос по горячим следам, пока задержанный испытывает психологический шок и еще не успел выработать защитную тактику, считается самым действенным. Но в этом случае Родимцеву пришлось сильно попотеть, чтобы вытянуть из диверсанта хотя бы слово. Тот сообщил, что не намерен вступать с контрразведчиком ни в какие переговоры, после чего угрюмо замолчал, зырка из-под бровей на капитана. Но в СМЕРШе довольно часто сталкивались с такими вот молчунами. И тактика допроса была отработана до автоматизма.
Вадимцев незаметно кивнул Бондаренко и отошел в сторону. Тот сразу понял, что нужно делать. И хищно заскрежетал зубами. «Та шо вы с ним ТРВ не разводите? Зараз я с ним по-своему побалакаю». Боец резким движением выхватил нож и изо всей силы воткнул его в ногу задержанному. Душераздирающий крик вперемешку с матом резанул по ушам смершевцу. «Якщо будешь молчати, на ремені поріжу, сволота!» Угрожающе проворчал Бондаренко, вытаскивая нож из раны. Поняв, что смерть может быть долгой и мучительной, диверсант заговорил. «Фамилия моя Мухин. 2 недели назад перешел линию фронта с целью подрыва или вывода из строя стратегических объектов. Особое внимание к мостам, железнодорожным узлам, складам с горючим». Далее лейтенант рассказал, что долго не мог определиться с объектом. Отлынивать от выполнения задания Мухин не собирался, но и лезть на рожон также не торопился. «Я ж не дурик и не фанатик, чтобы пузо под шальную пулю подставлять. Конкретного срока на выполнение задания мне не определили. Ну, в общем, вольный охотник». Далее Мухин сознался, что в лесу он оборудовал тайник, в котором спрятаны магнитные мины, оружие, документы и деньги. «Слышь, капитан», — с надеждой глянул на Родимцева диверсант, — «только честно скажи, есть у меня хоть малюсенький шанс избежать расстрельной стенки?» Смершевец отвел глаза в сторону. «Сложно сказать. Если бы сразу после заброски сдался, мог бы годками 25 отделаться». «Один хрен, 2 смертям не бывать!» — в сердцах перебил Мухин контрразведчика. «Со мной еще 2 линию фронта перешли». Информация, которую далее выложил абверовский агент, представляла исключительную важность. Вторым членом группы был некий Захар Иванцов. Его Мухин хорошо знал еще по учебе в разведшколе. Задержанный сообщил, что одет был Иванцов в форму старшины. В советский тыл его, скорее всего, внедрили не с диверсионной целью, поскольку у Захара не было с собой ни взрывчатки, ни оружия. А вот что касается третьего, то о нем Мухин вообще ничего не знал. Даже рассмотреть-то толком не успел. Его в самый последний момент привезли на легковушке. Ну, видать, важная птица. Долго шушукался с майором, который нас инструктировал. С нескрываемой завистью и злостью проворчал Мухин. Во время пути все время кутался в плащ-палатку. Держался особняком. Ни словечко не промолвил. Во время дальнейшего допроса задержанный рассказал, что после перехода линии фронта их дороги разошлись. Иванцов и мужик в плащ-палатке ушли в сторону Тирасполя, а Мухин принялся оборудовать тайник. «Да, еще вспомнил», – брезгливо сплюнул диверсант. «Когда расположились на привале, Захар полез в вещмешок. Так оттуда так пахнуло одеколоном, хоть нос затыкай. Видать, пролилось что-то». Мухин язвительно ухмыльнулся. Иванцов он всегда честюлей был. Еще в школе за шоколад и шнапс курсантов стриг и брил. Сам перед зеркалом, как баба, крутился. Одним словом, дрищ. Родимцев быстро записал эти сведения в блокнот. Про Иванцова этого понятно. Ты лучше про третьего-то вспомни. Какого он роста, телосложения? Может, примета какая особая? «Да какая там примета?» – махнул рукой Мухин. «Я же говорю, ни слова, ни полслова не вякнул. Но одно могу сказать, был одет в офицерскую форму и хромовые сапоги». После того, как в штабе дивизии обработали и проанализировали эту информацию, было решено создать оперативно-розыскную группу для поиска в первую очередь Захара Иванцова, поскольку об этом агенте было хоть что-то известно. А в качестве опознавателя в группу был включен и Мухин. В первую очередь решили проверить банно-прачечные дезинфекционные отряды. Исходя из того, что Иванцов был неплохим парикмахером, он мог спокойно легализоваться в одном из таких отрядов. В отличие от войсковых частей, особисты не так тщательно проверяли хозяйственные и интендантские службы. Во время посещения третьего по счету банно-прачечного отряда Мухин остановился как вкопанный и глазами показал Родимцеву на неказистого мужичонку в накинутом на форму белом халате. Тот сидел на опушке леса в стороне от всех и энергично елозил опасной бритвой по основанию кожаного ремня, доводя инструмент до блеска. «Это Иванцов», – тихо прошептал Мухин. Родимцев тут же приказал одному из бойцов увести опознавателя, а сам впечатал тяжелый взгляд в затылок абверовского агента.
Бондаренко, Федотов. Сделали морды попроще. Ага. И красиво прогуливайтесь поближе к объекту. Только непринужденненько, а? С шутками, прибаутками. Следуя указаниям командира, бойцы сделали несколько шагов, после чего Бондаренко заржал какой. Насмешил. Расскажи еще что-нибудь. Этот громогласный хохот сразу привлек внимание многих. Повернул голову и Иванцов. И хотя на его лице играла непринужденная улыбка, Родимцев сразу обратил внимание на прищуренные беспокойные глаза Захара. На какое-то мгновение взгляды контрразведчика и абверовца встретились, и тут же ухмылочка сползла с лица Иванцова. Он все понял. Несмотря на кажущуюся неповоротливость, Захар выпрямился как пружина и рванул в лес, повинуясь звериной интуиции. Оценив ситуацию, Родимцев быстро выхватил пистолет и прислонился к дереву, используя его ствол как упор. Задержав дыхание, капитан выпустил по ногам беглеца две пули. Первый выстрел оказался неудачным. После второго Иванцов, изрыгая проклятие, рухнул на землю, но уже через секунду матерый противник открыл ответную стрельбу. Капитан начал яростно жестикулировать, давая понять Бондаренко и Федотову стрелять только поверх головы Иванцова, не давая тому сдвинуться с места. Сам же Родимцев судорожно считал, сколько пуль выпустил Абверовец. После шестого выстрела Иванцов отбросил на несколько метров от себя пистолет и через силу проскулил. «Не стреляйте! Я сдаюсь!» Подняв одну руку вверх, а второй придерживая кровоточащую рану чуть ниже колена, Захар поднялся. С опаской, в любой момент ожидая какого-нибудь фортеля, смершевцы приблизились к Иванцову. Увидев, что противник потерял много крови, Родимцев приказал наложить жгут и быстро отправить раненого в госпиталь. «Глаз с него не спускать! Лично отвечай!» Грымнул капитан и поднес к носу Бондаренко кулак. Остолоп. Чуть своим рядом операцию не сорвал. Только через три дня удалось допросить задержанного. Оказалось, что Иванцова уже дважды забрасывали в наш тыл. И дважды он возвращался к немцам после выполнения заданий. При абверовце оказалась большая сумма подлинных советских денег, коротковолновая рация, справка, что он находился на излечении в госпитале, и воинская книжка. Нужно отметить, что документы у Иванцова были выполнены на самом высоком уровне. И это вызывало наибольшую тревогу военных контрразведчиков. Во время допроса Иванцов рассказал, что его легендированием занимались очень серьезно. Бумаги справил настоящий спец, бывший уголовник. Его немцы специально привезли в разведшколу. Родимцев быстро записал эти сведения в блокнот и поинтересовался, какое задание должен был выполнить Иванцов. Ну, сперва нужно было легализоваться в банно-прачечном дезинфекционном отряде, а потом прибиться к какому-нибудь офицеру. Солдатне ж по чину не положено иметь прическу, под ноль всех чекрыжит. Ну, а вот офицерье – другое дело. Хороших парикмахеров аж бегом в ординарцы определяют, чтобы рожи их брили да стригли. Хм, мудро придумано. Чуть не ахнул от такой изощренной уловки Родимцев. Ну а теперь давай на чистоту. Что тебе известно про третьего члена группы, с которым вы переходили линию фронта? Потому как дернулся Иванцов, контрразведчик понял, что известно тому немало. Взяли таки Мухина, а? А я все думаю, каким макаром вы на меня вышли? Обреченно опустил голову абверовский агент. Закурить дай. Сделав глубокую затяжку, Иванцов заговорил. Про третьего знаю, что зовут его Николаем. В чине капитана. Высокий, статный. Ну, не сказать, что красавец писаный, но бабам такие нравятся. Немного подумав, Захар добавил. Ну, а что касается особых примет, то есть у него шрам под левой лопаткой. Ого, какие физиологические подробности. Не сдержал Родимцев язвительного возгласа, но Иванцов пропустил иронию мимо ушей. Стриг я его в разведшколе. Как говорится, руку набивал. Вот он рубаху и снял-то. Поставив жирный восклицательный знак напротив заметки о шраме, капитан поднял глаза. Вспоминай дальше, Иванцов. Каждое твое слово – это шаг назад от расстрельной стенки. В первую очередь меня интересует, какое задание у этого Николая. Иванцов сделал еще одну затяжку и отрицательно мотнул головой. Какая у него легенда и задание – ни сном, ни духом. Мое дело маленькое. Встречаться лично с Николаем раз в неделю, получить зашифрованное донесение, после чего отстучать его в Абвер. Ну, нас, собственно, поэтому и познакомили, чтобы друг друга в лицо знали.
Далее Иванцов сообщил, что на прошлой неделе Николай на встречу не явился. «Видать, нечего еще сообщать», — подытожил Захар, затушив окурок. Как ни бился Родимцев, но больше никакой информации о цели внедрения из Иванцова выудить не удалось. Он клялся и божился, что выполняет лишь роль радиста, а главную скрипку играет Николай. Сотрудники СМЕРШа разработали оперативную комбинацию «Парикмахер» и попытались использовать Иванцова как приманку. Но положительных результатов это не дало. В течение 2 недель таинственный Николай так и не объявился. Слишком громко и шумно брали Иванцова. Видимо, немецкий агент узнал о провале помощника и оборвал этот канал связи. Со слов парикмахера был составлен подробный портрет капитана и разослан по отделам военной контрразведки фронта. Но эти усилия тоже оказались тщетными. Но вскоре началось наступление, и поиски Николая отошли на второй план. Кишиневская операция началась ранним утром 20 августа 1944 года с мощного артиллерийского удара по наиболее сильным опорным пунктам противника. Артобстрел был настолько силен, что первая полоса немецкой обороны в течение 2 часов была полностью уничтожена. А к середине дня ударные группировки 2-го Украинского фронта прорвали и 2-ю полосу обороны. Началом наступления забот на плечи военных контрразведчиков навалилось лихвой. Родимцев, как сумасшедший, метался от одной части дивизии к другой, контролируя оперативную обстановку. По штату ему было положено в отделении иметь 1 осведомителя. В батальоне человек 30. Но в ходе кровопролитных боев многие агентурные сотрудники погибли. Нужно было срочно искать новых. Капитан специально пытался поговорить с большим количеством народа, чтобы не засветить ценных осведомителей. Именно с таким сейчас и беседовал Родимцев, воспользовавшись коротким затишьем. «У Лыкова была замечена немецкая листовка», — чуть ли не в ухо сипел немолодой боец, жадно затягиваясь сигаркой, которой его угостил капитан. «У меня ж глаз наметаны. Да и вы ж предупреждали, что фрицы эти листовки пропуска под партбилеты конспирируют», — устало сказал Родимцев, которому уже порядком поднадоела эта мышиная возня. «Я же о чем-то. Из Лыкова такой партиец, как из моей жонки королева. Вы его прищучите, а, товарищ капитан? Шпион он, не встать мне с этого места, шпион». «Ладно, ладно, Фиалкин, свободен. И гляди в оба». После того, как осведомитель ушел, капитан тихо выматерился и вырвал из блокнота лист с этим «ценнейшим» в кавычках донесением. Видать, махорочку этот Лыков зажал. Вот наш Фиалкин и решил свести с ним счеты. «Конспиратор хренов», — с горечью прошептал Родимцев под ехидные ухмылки Федотова и Бондаренко. Нужно отметить, что в первые годы войны, когда гитлеровцы наступали сумасшедшими темпами, случаи дезертирства и перехода на сторону противника имели массовый характер. Если такого перебежчика брали с поличным, однозначно ставили к стенке. А если просто был сигнал, что у такого-то бойца видели листовку, отправляли в тыл. А вот потом солдатики пронюхали об этом и умышленно стали вести такие разговоры. «Да твою мать, кормят плохо, мол. Вчера водки не было. Я к немцам убегу». Вот всех таких разговорчивых под статью не подведешь. Слишком много их было. Вот и приходилось от греха подальше в тыловые части отправлять. А хитрецам только этого и надо было. Встречу со следующим агентурным сотрудником капитан решил провести с глазу на глаз. С красавицей Катенькой из дивизионного узла связи у Родимцева были не только рабочие, но и амурные отношения. «Побольше бы таких осведомителей», — мелькнула у капитана похабная мыслишка, а рука сама рефлекторно потянулась к аппетитной ножке. Но сегодня Катенька была явно не настроена на телесные утехи. «Да погодь ты, оглашенный, по делу я, Катюш, дела подождут, я ж тебя не видел». Родимцев предпринял еще один кавалерийский наскок, но снова напоролся на неприступный редут. «Да погодь, говорю», — сказала, как отрезала девушка, и начала трезвонить про какую-то свою напарницу Верку. «Мы ж по парам работаем. Сперва она на аппарате сидит, я контролирую. Потом меняемся. Ты себе даже не представляешь, какая на нас ответственность. Тут тебе и связь с Москвой, и приказы командования на передовую.
Катюн, я прекрасно знаю, что ты у нас серьезный и ответственный работник. Так что давай ближе к телу, как говорится. Вот обижусь и ничегошеньки не расскажу. Сварливо поджала губы девушка и тут же затараторила. А тут Верунчика как подменили. Замкнутая стала, неразговорчивая. А позавчера заметила у нее часики. Ты представляешь себе? Это ж откуда такое богатство? От вас, дуболомов, шоколадки не допросишься. Стакан спирту и в койку. Бросила укоризненный взгляд связистка Народинцева. А тут часики. Я Верку, как ты учил, начала потихоньку расспрашивать, а она как воды в рот набрала. Мол, кавалер подарил. А вот это уже интересно. У контрразведчика мгновенно сработали охотничьи инстинкты, и романтическое настроение улетучилось. А в СМЕРШе к сотрудникам узлов связи, а это были в основном молодые девушки, относились с особым вниманием. Связистки располагали большим объемом сугубо секретной информации. Поэтому с ними проводилась большая работа по сохранению в тайне известных им сведений, велась борьба с болтовней и по предупреждению сомнительных контактов. Сразу после получения оперативной информации капитан Родимцев решил встретиться с Верой Селиной и выяснить подноготную этого таинственного ухажера. Сержант Селина, никто с вами в бирюльки играть не собирается. Откуда у тебя эти часы, лохудра? Быстро говори. Родимцев даже не пытался играть в добрячка. Он грозно хмурил брови, пытаясь психологически сломать допрашиваемого. Но заплаканная Верочка лишь испуганно лепетала про капитана из грозного Бериевского ведомства и военную тайну, которую она не имела права разглашать. Павел Георгиевич служит в НКВД. Он с меня расписку взял, что я никому ни слова не скажу. Сквозь слезы выпалила девушка. По большому секрету мне рассказал, что немцы за какой-то там РЛС охотятся. А Павел Георгиевич должен изловить шпиона. Поэтому ему нужно знать, какая информация от этой РЛС проходит через наш узел связи. Не болтают ли чего девушки по этому поводу. Он хороший, а вы... Задыхаясь от обиды, связистка снова зарыдала, уткнувшись лицом в ладони. Такого поворота событий Родимцев не ожидал. Смежники из НКВД, конечно, плюют на все ведомственные инстанции и постоянно суют нос в чужие дела, но так нагло вторгаться в сферу деятельности военной контрразведки – это уже слишком. Что тебе еще известно про этого Павла Георгиевича? И реветь-то прекрати! Родимцев примирительно протянул девушке носовой платок, но та обиженно мотнула головой. Орден Красного Знамени у него и ранение. Враги у него стреляли. Даже шрам на спине есть. Эти слова словно молнией пронзили контрразведчика. Он быстро достал блокнот и начал лихорадочно листать страницы. «Шрам под правой лопаткой?» – как завороженный прошептал Родимцев, боясь спугнуть удачу. «Да. А вы что, его знаете?» «Не знаю, но очень хочу познакомиться», – чеканя каждое слово процедил смершинец. Во время дальнейшего разговора выяснилось, что этот Павел Георгиевич вскружил Вере голову. Дорогой подарок, часы приказал пока спрятать подальше. Но какая девушка удержится от соблазна покрасоваться украшением? За Верой Селиной тут же было установлено скрытное наружное наблюдение. Ее постоянно вели трое-четверо опытных сотрудников на тот случай, если таинственный капитан снова появится на горизонте. После запроса в НКВД стало окончательно ясно, что против СМЕРШа действует матерый противник из Абвера. И охотится он за новейшей и секретнейшей разработкой оборонной промышленности – самолетной РЛС «Тон-2». Только в середине лета 44 года разработка системы была завершена, и именно во время Яско-Кишиневской операции проводились ее летные испытания. РЛС «Тон-2» – система, предупреждающая экипаж бомбардировщика о приближении самолетов противника с задней полусферы. Уже на расстоянии более километра специальное устройство, установленное в сети самолетно-переговорной установки, подавало звуковой сигнал, предупреждающий о приближении гитлеровской авиации. Это позволяло советским штурмовикам и истребителям мгновенно реагировать на ситуацию и вступать в воздушный бой с асами Люфтваффе. Трудно подсчитать, сколько жизней советских летчиков спасла эта аппаратура и какой урон нанесла армии Вермахта.
Четыре тревожных дня прошли в нервном ожидании, пока таинственный Павел Георгиевич, он же аберовский агент Николай, дал таки о себе знать. Насвистывая какой-то веселый мотивчик и поглядывая на часы, капитан поджидал Веру Селину около хаты, в которой она квартировалась. Сотрудники отдела военной контрразведки скрытно заняли удобные позиции, отрезая предателю пути к отходу. Последние сомнения по поводу личности капитана отпали, когда связистка Селина подтвердила, что это и есть Павел Георгиевич. Родимцев жестом показал Федотову и Бондаренко приготовиться к задержанию, а сам, напялив на лицо беспечную улыбочку, двинулся прямо на врага. Абверовец очень быстро сориентировался в ситуации. Боковым зрением он заметил, что кольцо вокруг него смыкается. Молниеносным движением он выхватил из кобуры пистолет. «Не дурите, Павел Георгиевич, или Николай, уж как вам больше нравится», – проорал Родимцев. «Сопротивление бесполезно, у вас нет шансов». «Шанс, капитан, всегда есть», – зло выдавил из себя немецкий агент, лихорадочно водя глазами по сторонам. «Главное – вовремя им воспользоваться». В следующую секунду он приставил ствол ТТшника к горлу и нажал на курок. Подбежавшим контрразведчикам оставалось лишь констатировать мгновенную смерть. «Да, мабуть, богатенько грехів заплатив этого вурдалака, раз на так и наважився». Разочарованно проворчал Бондаренко, вырывая из закостеневшей руки пистолет аберовца. Таким образом была поставлена окончательная точка в этом противостоянии СМЕРШа и Абвера. Вклад капитана Родимцева в успех операции был оценен по достоинству. Его наградили орденом Отечественной войны первой степени уже в освобожденном Кишиневе. Участь немецких агентов Мухина и Иванцова также решалась в столице Молдавии. Военный трибунал обоих приговорил к расстрелу. Яско-Кишиневская операция оказала большое влияние на дальнейший ход войны на Балканах. В ходе нее были разгромлены основные силы группы армий Южная Украина, выведена из войны Румыния, была полностью освобождена Молдавская ССР. Советские войска потеряли 12,5 тысяч человек, тогда как немецкие и румынские войска лишились 18 дивизий. 208 тысяч 600 немецких и румынских солдат и офицеров попали в плен.